И здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Базамба Геймс, и у нас очередная серия Dying Light 2, Stay Human. Сегодня мы без инсайда, так что погнали. Браво, надеюсь, вам понравится. Пилигрим, где все остальные? На них напали. Где кристаллы? Вон там. Свяжись с Софи. Скорее. Софи? Карл со мной. Он в порядке. Что с парнями? Софи? Софи, ты меня слышишь? Ты должен помочь им. Куда мне идти? В мотель Танго. Там убежище Софи. Беги. Быстрее! Скорее в мотель Танго, Пилигрим. Ну это же триггерная игра. Бежим. Спасибо. Если что-нибудь понадобится, спроси Кристофера. Ну хоть хп не потерял. Давайте за зомбари погасим по дороге. Где этот чудо-мотель-то? Рядом контейнер с ингибиторами. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Так, он чуть выше этажом, правильно? Обнаружен контейнер с ингибиторами.
Стоп, я так понимаю, можно на эту вышку залезть. Правильно? Сейчас еще разберемся. Эйден, я слышал какой-то шум в лагере Джека и Джо. Это еще не все, Хакон. На убежище Софии и Барни напали. Возможно, миротворцы. Черт. Не забывай, зачем мы здесь, Эйден. Мы должны попасть в центр Луп, а не ввязываться в местные разборки. Не лезь туда. Вернись к метро. Мы расскажем Айтору, что знаем. Может, он нас пропустит. Я должен идти, Хакон. Я обещал помочь Софи. Кроме того, это единственный способ узнать правду. Ладно. На связи. Вот она, развилка. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Черт, я опоздал. София! Барни! Ты здесь? София? София, ответь! София, какого черта тут творится? Ответь! Контейнер с ингибиторами. Мне нужно туда. Это Айтер, меня кто-нибудь слышит? Капрал Каминский, от... Это Эйден. Твои люди мертвы. Вот черт. Проклятье, Эйден. А ты начинал мне нравиться. Ты привел сюда миротворцев. Я помогал вам. Ты предал нас. Придется тебя убить. Айтору и себе. А нам помогал по ходу пьесы. Чего вы ждете? Не знаете, что делать? Ой, ребят, вам Барни! Не стоит этого делать. Барни, стой!
Спускайся, братан. Я тебе жопу порву. Попробую вернуться, уебаться. Получай. Иго. Ладошка так. Блять. Герман. Так и знал. Я ищу Софию. Софию. Проклятие. Ты здесь ни при чем, Герман. Не мешай мне. Блядский гризли! Давай! Давай! Герман, сдавайся! Дай мне поговорить с Софи! Да что за разворот? Все гораздо проще. Лови! Я всегда вовремя, да? Харон, братишка. Тыры-тыры-тыры. Да я ж допрыгнул. Да блин, вы издеваетесь. Да чё он не допрыгивает? Бля, ну вы серьёзно? Откуда ты взялся? Шестое чувство, парень. Я знал, что ты угодишь в беду.
Барни хотел убить тебя. Значит, ему есть что скрывать. О Лукасе, например, или что похуже. Ты о чем? Убийство командира. Теперь захват водонапорной башни. Это не совпадение, Эйден. Барни давно хотел выйти из тени своей сестры и освободить Велидор от миротворцев. Я попытаюсь найти его. Будь осторожен. Я предупрежу Айтора. Будем на связи. Окей, как скажешь. У нас есть новые навыки боя, да? Барни! Выходи! Давай же! Я найду тебя! Так, что нам вкачать? Верно, хпшечку, да? Можно отменить навык, пожалуйста? Пойдет. Теперь у нас больше хп. Как туда залезть, на эту парашютную шляпу? Честно, я не понимаю, куда идти надо. Если вежливо попросишь, стрельну в голову. А если нет, будешь умирать долго и мучительно. Ну? Это ты умрешь, Барни. Ты должен был остановить его, а не убивать. Дай мне оружие. Дай его мне, брат. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Это твоя благодарность. Смерть – благодарность предателю. Ты не сказал, что работаешь на Айтора. Я работаю не на Айтора, а на себя. Здесь нельзя встать в стороне, Эйден. Мы боремся за выживание. Без воды весь базар умрет меньше, чем через месяц. А миротворцы нам не помогут. Прямо как когда умирала моя мама. Они просто сидели и смотрели. Оказывается, ты один из них. Тебе на нас плевать. Скажи мне, почему я не должна тебя убивать? Софи, стреляй! Чего ты ждешь? Потому что мы можем помочь друг другу. Кто убил Лукаса?
Он думает, что мы? Софи, скажи мне, это вы сделали? Нет. Софи, хватит! Какое тебе дело до этого убийцы? Что тебе пообещал Айтер? Айтер пропустит меня в центр в обмен на мою помощь. И ты ему веришь? Просто так? Он не пытался меня убить. Но ты его и не предавал. А я ведь тоже могу помочь. Помоги нам с водой, и я лично отведу тебя в центр. Во-первых, я вас не предавал. Я помогаю расследовать убийство, а это разные вещи. А насчет центра, разве миротворцы не перекрыли все проходы? Есть другой путь. Ты думаешь, я снова тебе поверю? Мы нужны друг другу. Ты не сказал нам, что ты с миротворцами. Вот мы и сделали выводы. Ситуация на грани взрыва, и нужно быть начеку. Ты пыталась убить меня, Софи. Клянусь памятью птички, Сьюзи, Логана, Ральфа и Германа, я клянусь. Если поможешь нам, мы отведем тебя в центр. Ты поможешь? Хорошо. Какой план? Джек и Джо сбежали. У нас есть шанс захватить башню и наконец. Я же убил его. Воду. Пока ее не захватил Айтер. Мы разберемся с миротворцами и сразу же доставим тебя в центр. Но сперва нам нужно дать людям воду. Как попасть в башню? Это почти невозможно без лебедки. А люди Джо перекрыли вход. Поэтому я и прошу тебя. Забраться туда? Если ты это сделаешь, ты многих спасешь, Эйден. Мы этого не забудем. Пойдем, откроем вам водички. Нахер. Похоже, бандиты сбежали с водонапорки. Здесь никого нет. Софи говорит, когда я помогу им вернуть воду, она покажет мне еще один проход в Central Loop. Это хорошо. Она здесь выросла и знает каждый уголок даже лучше, чем таксисты. Но поосторожнее с Джо, Эйден. Парень клоун, но он опасен. Не думаю, что он просто сбежит. Просто металлическую фигню загнул какую-то.
О, ребятушки, здесь уже обжились. Она выше, чем я думал. Всех убил, уже не переживайте так. Софи, Джек и Джо в башне. Хотят ее взорвать. О, боже. Если они это сделают, у нас не будет воды. Давай, Эйден. Башня заминирована. Попробуй обезвредить заряды. Я обезвредил.
Так, хорошо, мне надо каким-то образом дальше наверх. Это изи. Наверх, я так понимаю, да? Да, ты нас убьешь. Мы живыми не уйдем. Никто не уйдет. Дай мне детонатор, Джек. Нет, мы хотели собирать дань. Только и всего. Джек, дай сюда. Они это заслужили. Они умрут. Джек, предупреждаю. Готово. Вода спасена. Таки получилось. Нас все равно наебут. Или эти засранцы с базара, или миротворцы. Чел, стой спуститься, нас схватят. Блядь, все просрали. Просрали. Всех нам не одолеть. Поэтому пора устроить фейерверк. Никто не уйдет живым. Джо, я не хочу умирать, придурок! Эй! Кто здесь? Кто здесь? Стой! Или мы взорвем эту сраную башню, клянусь! Бросьте, вы этого не сделаете. Не слушай его, Джек! Это конец! В пизду все! Не знаю. Мне страшно. Джо, подожди. Джо, это не тот пилигрим, что недавно появился на базаре? Да похуй. Хоть папа римский. Какая разница? Не понимаешь? Ну, давай посмотрим. Если он пилигрим, он может нас вытащить. Вывести из города в безопасное место. Я не верю этому Хуиле. Ты никому не веришь! Я просил тебя уладить все по-хорошему с Барни! Послушай меня хоть раз, блядь! Уладить по-хорошему с Барни? Нахера? Чтобы он свалил с базара! После того, что мы узнали от миротворцев! Мы предупредили этого ебаната, дали возможность сбежать, но он решил, что умнее всех! Предупредили? О чем? Ну, что Лукас готовился арестовать его за оружие и не только. Он неделями готовил для него ловушку. Но вместо того, чтобы по-тихому свалить отсюда, Барни попытался всех переиграть. Так Барни знал, что Лукас идет за ним? Придурок хотел начать войну в старом Виллидоре. А нам это все нахер было не нужно! Деньги, кристаллы — это другое дело. Поэтому я пытался прикончить этого психа и его сестричку! Но, Пилигрим, выведешь нас из города или как? Успокойся, Джо! Сам, блядь, успокойся! Выведи нас из города, Пилигрим, в ближайшее поселение. И никто не погибнет. Я могу вывести вас из города, но мне нужно уладить кое-какие дела. Спрячьтесь и ждите. Звучит очень рисково. Кто не рискует? Он врет, Джек. Выхода нет. Сука! Мне это не нравится. Блять, я не... Ладно. Мы будем ждать в туннелях около мотеля Танго. Как доберемся, подадим сигнал. Разумно. А теперь отдай детонатор, Джек. Оп. Три взрывчатчики получили. Ну что, Эйден, ты же умный.
Решай, кому достанется вода. Так, распределение города, ну-ка. Да, вы отдаете. Сторонний трос, это финальные автомобильные ловушки. Скорострельный бритвомет отлично поражает зараженных. Но это где-то, я так понимаю, надо брать просто ловушки. Учить автоматический арбалет. Блин, арбалет так-то пополезнее, но будет и лук. В принципе, ничего страшного. К народу поближе. Нормально, они там ее обустроили. На Софи работают любопытные люди. Пример Пилигрим. Хакон. Эйден, где тебя носит? Джек и Джо предупредили Барни, что Лукас хочет его схватить. Он идет. Он мог избежать ловушки, но пошел в нее. Тогда Лукаса и убили. Думаю, стоит обыскать убежище Барни в мотеле Танго. Я позабочусь о безопасности. Иногда я просыпаюсь и не помню, что было падение. Только в такие моменты я могу улыбаться. Можешь обыскивать комнату Барни. Путь свободен. Конечно, про плане было бы отсюда получше. Я быстрее молнии. Никому меня не обогнать. Оп, и уже ночь. А, надо что-то продать.
Потому что нет смысла во всех... Блин, та одежда была хорошая, нет. Надо купить обратно. Цены миротворцев вне конкуренции. Так, давайте с вами закупимся оружием, рюкзак. Нет. Так, 34, 36. Убираем на... 31 и 30 урон. Пока хватит. Что мы можем скрафтить? 30 отмычек сделаем, я думаю. Еще ферма вообще прекрасна. Yeah.
ты, ну, хорош, блин, дружочек. Дружочек. Все, я все собрал, я молодец. А че он не сгорает? Вот вы мне можете объяснить? Привет, забагованная игра. Да, я уже все понял, блядь. Погоня закончилась. Все, пока, ребятки. Не так уж и сложно было. Сейчас, идите нахуй. Эйден, я видел Софи и ее людей у водонапор. Так что в мотеле никого не будет. Но не знаю, надолго ли.
Да иду я уже, иду. Да ну что ты? Опять взлом? И вопрос зачем? Так, а где-то есть? Вот барни. Настоящая помойка. Здесь ничего нет. Что ты нашел? Что за херня? Блять! Это человеческая кожа! Хакон! Тут кусок кожи с татуировкой. Срезали с Лукаса. Что? Да. Сейчас блевану. Уходи оттуда! Мы расскажем Айтору, и он... Роешься в вещах моей сестры? Не знал, что в этой дыре пилигримов нанимают в качестве горничной. Кожу сбрасываешь, барни? Что за хрень? Мне... Кусочек Лукаса на память? Ты извращенец. Пошел ты! Неплохо, но это не мое. Я убью тебя, сукин сын! Прекратите! Что здесь, блядь, творится? Вы свихнулись? Он пытается, сука, нас подставить. Свалить все на нас. О чем он говорит, Эйден? У меня есть улика. Нашел в твоих вещах. Улика? Какая? Какая улика? Ты срезала татуировку с руки Лукаса. Он был еще жив, когда ты это делала? Ты с ума сошел? Я этого не делала. Возможно. А твой поехавший брат... Барни не псих. Мы не имеем отношения к смерти Лукаса. Я иду к Айтору. У меня есть доказательства. Эйден, это не мы. Никто на базаре не поверит тебе. Неважно. Вам придется отвечать перед Айтором. Подожди. Пожалуйста. Айтору не нужна правда. Ему плевать на поиски настоящего убийцы. Он лишь ищет повод напасть на базар. Это не моя война, Софи. Нет. Но твои руки будут в крови. В крови невиновных. Кто-то пытается нас подставить. Кто-то очень умный. Мы не садисты, чтобы вырезать куски кожи, Эйден. И ты это знаешь. Я знаю, что вам мешают миротворцы. Да, и мы от них избавимся. Но не как психопаты и убийцы. Эйден, поверь мне, это подстроено. Я помогу тебе попасть в центр, клянусь. Угу. Как? Избавившись от самой большой проблемы. От миротворцев. Это опасно. Конечно. Мы очень долго к этому готовились. Я тебе все расскажу, когда буду готова. Будь на связи, Эйден. Пришло время перемен. Барни получил по щам.
Класс, и чем мне заниматься? Так, куда мне нужно вообще идти? Базар. Мне нужно на базар. Сука. Одну фешку на него потратил, блин. Thank you.
Эйден, это Софи. Приходи на базар. У нас собрание. Готовы вести меня в центр? Я тебе все расскажу, когда ты придешь. Поторопись. Все должен знать. Я помню, как в прошлом году чистил мебельный магазин. Дружок? Дружок! Ко мне! Это когда на тебе упало что-то тяжелое? Но сначала мы заглянем к мастеру. Не проходи мимо, молодой человек! Потому что у него надо прокачаться. Так, улучшить. А мы ничего улучшить особо не можем. Коктейль Молотова можно улучшить. Все? Все, что мы можем улучшить. Блин, я модификации все хотел улучшить, но, видимо, без них пока что. Жаль, у него купить не особо ничего, не варик. Т4. Переоденем тапки. Пойдет. Я не уйду сегодня с базара. Ветер дует с востока. Дурной знак. Это безумие, Софи. У миротворцев больше оружия и людей. Они раздавят нас. Пусть так, но у нас преимущество. Мы на своем поле. На своем поле? Ты спятил? Я запрещаю. Пока я главный, никто не нападет на миротворцев. Ты больше здесь не главный. Что? Ты не лидер, Карл. И никогда им не был. Из-за тебя мы потеряли людей. И кристаллы. Ты сам чуть не погиб. Моя мать хотела базару свободы, а не рабства у миротворцев. Я хочу восстановить здесь мир. Ты можешь мне помочь или уйти? Роджер, Хамфри, арестовать их! Что вы делаете? Они хотят предать базар! Роджер! У тебя больше нет власти, Карл. Хочешь быть похожей на свою мать? Ты прольешь кровь, Софи! Реки крови! Карл прав. У нас нет шансов в открытом бою. Софи! Какого... Поэтому сначала мы должны их ослабить. В смысле? Мы отключим их основной источник электричества. Без ультрафиолета Айтер не сможет защитить свою базу. Они будут вынуждены уйти из туннелей и потеряют арсенал. Как это поможет мне попасть в Central Loop? Когда силы Айтера будут подорваны, он отойдет за подкреплением. Тогда ты и сможешь попасть в Central Loop, Эйден. Но сначала... Мы должны взорвать ветряк. И последнее. Пока Айтер не пронюхал. Барни, собери людей. Будьте наготове. Роджер и Хамфри, идите в арсенал. Раздайте оружие всем, кто может сражаться. А ты, Эйден, иди к Альберто и Винченцо. Они все расскажут. Ладно. Единство и свобода, Эйден. Вместе мы победим. Thank you.
пойдем поговорим с Альберто. Так, у меня какой-то новый чертеж, ну-ка. Чертеж чего? Броня слишком хрупкая, явно сделана не для людей. Ага, слишком тонкая. Невежа! Панцири жуков отлично защищают! Это тонкая работа, сделана из самых качественных материалов. Сделана из... Ой, я вижу, как у него из ушей валит дым! Берегись, сейчас взорвется! Из титана. Мы нашли немного титана и укрепили им броню. Поэтому она легче и лучше защищает. И не будьте такими мудаками. О, чего сразу не сказал? Проверим. Спасибо, Винченцо, не стоило. Ерунда, пап. Ах да, насчет тебя. Эти два олуха забрали два последних титановых жилета. Я не за броней. Я от Софи. Вы должны рассказать о каком-то плане. О плане? В моем плане? Карл согласился? Карл согласился! Ты слышал это, Винченцо? Не Карл, Софи. Расскажете или мне угадывать? Ветряк. Мы снесем ветряк. Точно! Большой ветряк, который подает электричество в штаб миротворцев. Но сначала нам нужны заряды, которые Джек и Джо оставили в водонапорной башне. Так ты принесешь их нам, Пилигрим? Как только мы его взорвем, все ультрафиолетовые лампы в их штабе погаснут. И тогда зараженные нападут на них. Старый Велидор снова будет свободен. А ты... тебе... будет открыта дорога в... Ну, знаешь, мимо химических отходов, ну... Как это называется? Central Loop. Central Loop! Правильно! С чего взяли, что миротворцы отступят, а не дадут бой? Потому что папа проектировал этот ветряк. Он знает его как свои пять пальцев. И это единственный их источник питания. Но окажется, без что него нет. Миротворцы не переживут ночь в Старом Велидоре. Но мы должны действовать быстро, пока миротворцы не раскрыли наш план. Итак... ты с нами? Ладно, сделаю. Супер. Тогда иди к водонапорной башне. Нам нужны заряды, которыми Джек и Джо собирались ее взорвать. Свяжись со мной оттуда. Чего ты ждешь? Не жду, я понял задание. Ладно, давайте на этом прервемся пока что. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередную серию.